Пятый месяц на передовой борьбы с коронавирусом находятся столичные медики. В последние недели врачам приходится работать круглые сутки. В связи с наплывом пациентов они испытывают огромное давление, но продолжают спасать жизни и призывают граждан позаботиться о своем здоровье. Не ходить в гости, чтобы не продолжать цепочку заражений. Столь простые меры помогут снизить уровень заболеваемости. На этом фоне показательно, что происходит в реанимации городского инфекционного центра столицы. Здесь не осталось мест. 95% находящихся в медучреждении – это пациенты с пневмонией, дыхательной недостаточностью. Те, кто нуждается в круглосуточном наблюдении со стороны специалистов и кислородной поддержки из-за того, что они не могут самостоятельно дышать. Я вижу тяжелых больных. Я вижу больных, которые задыхаются, им не хватает кислорода. Я 28 лет работала, я такого ужаса в жизни не видела. При тебе человек умирает, это вообще очень много умирает людей. Только из-за того, что вот все не думают ни о чем, вышли на улицы, ходят в гости, заражают друг друга. Это просто тяжело. Вот туда зайти, в грязную зону, переодеваемся, заходим туда, там другая жизнь, совершенно другая жизнь. И она страшная. Осуждают, что говорим итальянский сценарий, но это так и есть на самом деле.